Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В последнее время одолевает апатия. Я думаю, пагубно влияет однообразная рутина дом-работа. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от апатии? Ну, я думаю, вы, в принципе, сами ответили на свой, получается, вопрос, сказав, что у вас однообразная жизнь, да, и вот вы свою жизнь называете рутиной. Мне кажется, что самый лучший способ вот, как-то ну, вашу проблему решить, это, собственно, перестать в той или иной степени действовать на автоматизмах, то есть перестать воспринимать то, что с вами происходит, как рутину и больше. Значит, больше уделять внимание, да, вот, своей жизни, больше уделять внимание вот, как-то ну, тому, чего вам хочется и так далее. Вот. То есть больше обращать внимание на себя. Ведь если дом, работа, это рутина, как вы говорите, то я могу предположить, что вас ни то, ни другое не радует. А значит, нужно сделать так, чтобы вы снова нашли в этом, ну, грубо говоря, для себя, да, вот, ну, что-то такое. Чтобы вы нашли для себя что-то позитивное в этом, ну, в этой ситуации в своей жизни, грубо говоря. Вот. А сейчас, ну, как бы, ничего такого не происходит у вас. И, соответственно, это вот то, что, на мой взгляд, является проблемой, ну, основной проблемой вашей. Вот. Поэтому мне кажется, что у любого человека, если он вот будет жить примерно такой жизнью, да, вот как вы, то у любого человека будет вот апатия, потому что, ну, а зачем, да, зачем не апатировать, да, то есть, ну, вот, ну, такой вопрос, зачем, да. Если все хорошо, все прекрасно, работает, грубо говоря, так, да, ну, вот, если вы там справляетесь, условно, с своими задачами, вот, которые вот у вас, ну, есть, да, вот, если у вас, ну, получается работать и справляться с этими, ну, со своими задачами, то зачем тогда? Зачем нужны дополнительные, ну, условно, там, дополнительные ресурсы, ну, вашему организму, да? Зачем организму тратить дополнительные ресурсы? Вот. Согласитесь, что это, ну, не совсем оправданная история. Вот. А человек, он вот такое существо, что он не будет делать то, что, ну, то, что неоправданно. Организм не будет тратить свои силы на то, что, ну, что как бы работает и так. Вот. Поэтому, да, ваша задача заключается в том, чтобы найти, отыскать, если угодно, интерес к своей жизни снова. Вот. И для этого в первую очередь, что нужно, это вот как раз, чтобы ваша жизнь перестала быть рутиной, чтобы она, ну, в этом смысле, стала снова оживлённой. Для этого нужно вот
ну, позадавать себе, на мой взгляд, ряд вопросов, да, вот, поспрашивать себя, что значит для меня там дом, вот, что я делаю дома, вот, чем я занимаюсь дома, вот, чем я увлекаюсь дома, вот. Как я провожу время дома, да, то есть вот, ну, в целом мне нравится то, что я делаю дома, вот, или есть вещи, которые мне не нравятся, и, соответственно, я пытаюсь это как-то, ну, игнорировать, да, вот. То есть, ну, тут вот, на мой взгляд, все, ну, ну, предельно очевидно. Вот. Хотя, ну, опять же, вы можете со мной в этом смысле, да, не согласиться. Вот. Конечно. Конечно, апатия может быть вызвана. Апатия может быть вызвана само собой и значит, физиологическими моментами. Это понятно. Вот. Ну, в таком случае имеет смысл, конечно, вам обратиться к врачу. Вот. В таком случае вам имеет смысл, ну, поисследовать, да, свое здоровье. Вот. Если вы опасаетесь, если у вас есть там подозрение, что что-то с вами не так и так далее. Вот. А вы обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы говорите, ну, последнее время. Вот. То есть это именно вот последнее время у вас такая история. То есть, с какого-то момента это началось. Ну, соответственно, нужно понять, с какого момента это началось, да? Вот. Чтобы увидеть в этом смысле, что послужило причиной для вот, ну, для таких изменений ну, в вашей жизни. Потому что, ну, мы же понимаем, да, что это неспроста. Вот. А я думаю, что, ну, ваша психика, да, она пытается вот, что-то вам донести сейчас, она пытается вот, как-то о чем-то, ну, сигнализировать вам, вот, чтобы вы обратили внимание свое на вот какую-то часть и какую-то сферу своей жизни, понимаете, да? Вот, и, соответственно, вы пытаетесь наитию вы пытаетесь вернуться в прежнее состояние свое. Вот. А прежнее состояние, оно вас, ну, не устраивает, оно вас не удовлетворяет. Вот. И это означает, что, ну, вот, грубо говоря, там пришло время, да, что-то менять в вашей жизни, пришло время как-то разбираться в вашей жизни, понимаете, какая штука, вот.
Вот, я думаю, какой-то такой ответ, да, вам нужно дать сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Но что меня смущает, да? Меня смущает то, что вы называете вроде как причины, да, вы называете причины своей апатии, вы говорите, что вот, я думаю, там, вот это из-за того-то, из-за того-то, вот, и окей, но тут же вы говорите, как это убрать, но если вы думаете, что это из-за того-то и из-за того-то, то есть если у вас есть предположение, то очевидно, что в кавычках, убирать нужно рутину. Но почему-то такой мысли, что убирать надо убирать нужно рутину, да? Вот. Такой мысли вы почему-то не допускаете. Это, соответственно, очень-очень странно. Вот. Поэтому давайте вот постараемся на это обратить внимание для начала с вами, да? А дальше уже можно будет о чем-то говорить. Вот. На этом все. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.